Я вас приветствую, дорогие мои, с вами Тамара Капибара, и мы продолжаем проходить Resident Evil 4 Remake. Ребят, как вы заметили, у меня новые очки, потому что старые у меня сломались, сломалась вот эта вот штучка, ее нельзя было никак сделать. Ну, в принципе, у меня эти очки вообще, ну, очень долго я их носила, поэтому, в принципе, было ожидаемо, что они сломаются. Купила я вот такие вот очки, они довольно-таки бюджетные, так что будем так теперь. Будем так. Так, Эшли, как бы мне тебе команду дать? Останься... Так, все путем. Да-да-да, останься на таком расстоянии. Еще, ребят, в этих очках я теперь лучше вижу, потому что, ну... И стекла, знаете, уже такие вот... Те были, как сказать, стертые и прочее. А сейчас прям вижу все хорошо. А, бабуля! Бабуля-факелоносец, привет! Ты меня не увидишь, я надеюсь. На тебе нож. Эшли, отвернись, я тут бабок мочу. Все, минус бабка. А, дай порох. У бабки еще есть порох в пороховницах. Так, ребят, мне кажется, это время арбалета пришло. Взять, надеть. Ну-ка, дай-ка я попробую сейчас перезаряди. Ага. Облиза, облиза. И подожди. Ой-ой-ой. Смотри, он даже меня не заметил. Я пока тут, блин, перезаряжалась, он... Ой, еще один мужик. Мужик, ты меня заметишь? Они вообще слепые, ребят, смотрите, черти-то лорда Садлера. Я сейчас, короче, знаете что? У меня сейчас... Я думал, они там будут. Нет, они тут. Мы сейчас попробуем им сделать зажигательную вечеринку, которая незабываема. Ну-ка. Ну-ка. Ну ничего хорошего. Давай-давай, иди к бабке. Вместе взорветесь, как Ромео и Джульетта. Так, ну-ка. Ой-ой-ой! Отстаньте от бабы моей. Ну-ка, присоедини. Вот так, идеально. Тихо-тихо-тихо! А чё только один взрывается-то, я не поняла. Отойди от Эшли. Ну-ка, подожди. Ты чё к ней подошел, я не поняла. Чё-то они как-то... На тебе. Ну-ка. Ай, банану. Так, все умер, что ли? Не-не-не-не-не, корчится в муках. На тебе. Так, до свидания. А ты, Эшли, отошел, блин? Я поняла уже твои грязные намеки, старый пердун. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, что у него вылезло. Смотрите, что у него вылезло. Не должно такое вылезать при девушке. Во, ударить. Ударить, подожди. Так, ребят, с работы отвлекли. А нахрен, дед. Пикадиллио, я тебе сейчас устрою пикадиллио. Сучонок, блин, пикадиллио ему захотелось. На тебе, блин, пикадиллио. Чё-чё-чё? Так, ай! У нас, фигунас, блин, дед. Опа, прекрати. Нож сломали. Ножей не осталось, представляешь? Эшли, ты цела, все нормально, не испугалась. Хотя, конечно, блин, в такой этой ситуации обосрёшься. Ладно, там Леон наученный Ракун Сити, а Эшли, наверное, вообще сейчас офигевает просто по полной. Так, ну что у меня тут? Мы всех убили, что ли? Мы всех убили. Эшли, мы бы с тобой быстро убили. Вот. Хорошо. Опа. Как хорошо, что тут эти ничего не исчезают, ни порох, ничего. Так, Эшли, давай-ка мы с тобой... Ближе. Поближе ко мне, дорогая. Любимая моя. Давай-ка мы сейчас с тобой тут все полутаем и уйдем нафиг. Нам еще, кстати, с тобой загадку решать про этих... Про близнецов, которых надо их могилки осквернить. Так, ну что, тут больше ничего нету? Ничего нету, ребят. Вот видите, я тут все забрала. Тут вообще нигде ничего нет. Я вам просто покажу, что я очень внимательная. Все. Ну там единственное, мы там сундучок не открыли у торговца этот. Но у меня ключа нет, чтобы его открыть. Поэтому уж пропустим. Значит, где-то ключ пропустила, ребят. Значит, что-то не доглядела. Так, ну что, факелоносцы пойдут или нет? У них там Олимпийские игры, видимо, начались в деревне. Так. Они там стоят, ждут, что ли? Да. Стоят, ждут. Вот это вот гадство, конечно, с их стороны. И... Но мы... У нас есть, кстати, один взрывной патрон. Перезаряди, пожалуйста. И прикрепляй мину. Так, арбалет мне чуть-чуть начинает нравиться. Ты прикрепил? Леон из Кеннеди, ты прикрепил? Я надеюсь, да. Так, Эшли, ко мне поближе держись. Нам с тобой еще загадочку решать. Так, кухонный нож. Хорошо. Пацаны, кто хранит на кладбище кухонные ножи? Так, что там по могилам? Так. Ребят, прям самое то сейчас разгадывать разгадку могил. Так, это близнецы.
Так, хорошо. Так. В смысле, завершено все, что ли? Я сквернил могилы? Точно ли? Написано, что завершено. Ну, больше тут близнецов-то и нет. Так, подождите-ка. А, ой, нет-нет-нет, не сюда. Мне бы, пожалуйста, в мои задания. Так. Это, это потом мы прочитаем. Поручение, вот. Осквернение могил. Да, прогресс 2 из 2. Хорошо. Охота на гадюк. Вот, борьба с вредителями. Это не исполнено. Уничтожьте синие медальоны. Ну, сейчас уничтожим, ребят. Сейчас уничтожим. Так, все, Эшли, мы с тобой уже... Так, ты что, один, что ли, там? Дед, ну я на тебя, конечно, не буду тратить такие патроны. Ты что? Ты слишком жирный для тебя. Облиза, облиза. Эшли, смотри, что будет сейчас. Мужик сгорел на работе. Так, а что ли, один дед, что ли, был? Да, из него только порох выпал. Или что-то, или писеты. Так, ну-ка, давай-ка разрушим бочку, Эшли. Опа. Так, писеты. Писеты, Эшли, нам понадобятся. Так, тут гроб. Кстати, что я сюда девку повела? Тут гроб, блин, Эшли, не заходи, страшно будет. Так, ну что, тут больше нигде ничего? Тихо. Показалось, что где-то статуэтка этого вонючего карлика. Нет, я не слышу, значит, его нет. Ребят, что я могу вам сказать? Теперь обзор на очки. Намного удобнее, потому что те у меня постоянно сваливались, так как уже не держались ни дужки, ничего. В этих удобнее, комфортнее, и я лучше вижу. Вот. Теперь тупить мне вообще нельзя, вы скажете. Тамара, у тебя новые очки. Ты как ты могла не заметить? Так, где синий медальон? Пацаны, а что, я уже все его не соберу, что ли? Деревенская площадь. А, ага, я поняла. Я, короче, сейчас сначала пойду и куда-нибудь дойду. А в принципе, мне больше негде тут идти. Пока только на деревенскую площадь. Так, я вижу там торговца. Это... Замечательно. Так, где гнезда? Почему я гнезд не сбиваю? Тут же должны быть гнезда. Серьезно. Я не думаю, что они не проделали гнезда. Скорее всего, я просто их не вижу. Так, Эшли, не бойся пока. Еще рано бояться. Давай. Бей. Покажем Эшли наши все способности секретного агента, чтобы она в нас больше влюбилась. Вот такой вот мы. Так, это деревенская площадь. Тут закрыто. Видимо, мы туда уже не пройдем доделывать задание. А вот синий медальон где? А в принципе, мы как раз там пойдем. А вот тут я уже не пройду, ребят. Это на фабрику. Или... Да, в особняк деревенского старосты мы можем пройти. А заброшенная фабрика. Подождите-ка. А вдруг мы можем туда пройти, ребята? О, я гляжу, ты выполнил просьбу. Эшли, не пугайся, это мой старый друг. Он немножко разговорчивый. Надо хорошо платить. Спасибо, дорогой, спасибо. Я обновил ассортимент. О, даже друг. Так, друг. Даже так, ракетницу ты мне принес. Кейсы нет, да? Попробуй схема стрелы. Оружие, мне пока не надо, мне пока не надо. Подожди, дорогой, а что ты обновил? Так, подожди. Я хотела бы новый дробовик. Так, почини, естественно. Забирай. Давай прочность увеличим. Держи, попробуй. Такой специалист, как ты, сразу заметит разницу. Так, это нельзя увеличить. Так, еще на 14 мы можем это увеличить. Так, давайте, наверное, ТМП. Нельзя перезарядку. Это очень тонкая работа. Это не могу. Так. Малым можно. Скорострельность давай. Вот так, и ножик, пожалуйста, тогда... Приходи, а, я... не хватит. Продать. Может быть, что у нас есть продать? Во, элегантная помочь? Заколка. Давай. Спасибо. Так, ну-ка, давай вот это. Славная сделка. Так, слиток я пока не буду продавать. Эта лампа с бабочкой может что-то вставить. Вот это я продам. Неплохо. Я знаю, ребят, можно там еще повставлять, но это потом я это все сделаю. Мне пока не к спеху, ребят. Это вообще не к спеху, поэтому я думаю, мы с вами... Гарантирую, эти деньги отобьются слегка. Держи. Хорошо. Все, как ты хотел. Держи, попробуй. Спасибо. Так, это мне, в принципе, не надо. И это тоже мне не надо, у меня не так много патронов, я не знаю. Вот это можно качать, но я пока еще подумаю, ребят, знаете. Вот. Приходи в любое время. Хорошо, дорогой. В любое, так в любое. Так, давай-ка сохранимся тогда сюда. Хорошо, все. Пойдем дальше, так. А, о, еще одна записка, смотрите, какая-то. Хочу, чтобы кто-нибудь расправился с бешеной собакой, которая бегает по деревне. Ее легко заметить. Она отличается от обычных собак.
Так это черная собака простая. Да? Ну и мы это сделаем, что нет-то? Так, ребят, нам, во-первых, туда надо идти. Вот синий медальон будет. Но мы сейчас с Эшли, короче, мы обманем систему. Мы пойдем через вот так вот, наверное, особняк старосты. Вот так вот. И выйдем на заброшенную фабрику, побьем крыс. Доделаю все-таки я это задание. Эй, давай отдохнем. Дорогая, дорогая, нельзя отдыхать. Я понимаю, конечно, что у тебя ножки устали. Но надо идти. Видите, ребят, какая она хорошенькая, что она говорит, давай отдохнем. Леон говорит, нет, нельзя, надо идти. Она такая, ну ладно, пойду. Это вот, знаете, такая просьба, она не бесит. Ребят, я не знаю, кого Эшли бесила. Меня в оригинале она никогда не бесила. Ну попадет под пулю даже так, ну это фигня, ну по мне так. Я вообще не понимаю этого, ребят. Эшли, наоборот, хочется защищать, холить, лелеять. Ну я не понимаю, ребят, почему больше нравятся такие женщины, как Ада Вонг. Такие, знаете, которые... Такое чувство, что людям нравится, когда на них насрать. Вот. Ну вот, по мне так, Ада, знаете, она сама о себе думает. И главное, она у себя сама. Допустим, она, знаете, она будет Леону давать себя любить. Понимаете? Вот. Сейчас фанаты Ады Волк и Леон плюс Ада меня прибьют нахрен. Ну, ребят, ну это не то, понимаете? Это не любовь для меня. Это просто, знаете, отношения типа... Ну, бартер какой-то. По погоду Ханиган не врала. А близы пошли, что ли, мои? Ой, да ладно. Так, Эшли, ты за мной идешь? Так, хорошо. Так, подождите, этих облизов много, да? Так, мы можем сюда слазить за золотом, но пока туда не пойдем. Нам надо бы на фабрику. Так, подождите-ка, сейчас сориентируюсь. Если я пролезу там, я вылезу здесь. Вот здесь. Вот зачем мне так вылезти, если мне бы сюда? А мне вообще сюда так это. Мне надо вот еще... А давайте вылезем там, посмотрим. Мы уже реально пока избежим сражения. Так, дорогая. Ты прыгнешь? Нет, она сама слазит, смотрите. Тихо-тихо, дорогая. Сейчас мы этого облизу прибьем со спины, потому что это... Тихо-тихо-тихо. Эшли, не дыши. Сейчас мы его прибьем. Не переживай. Сейчас быстренько. Опа! Раз, и минус дед. И нету деда в кипаре. Вот, видишь, Эшли? Убиваем и лутаем, убиваем и лутаем. Все у нас с тобой нормально будет. Не переживай. Я лучший секретный этот агент, короче. Я все умею, я проходил обучение. Так, подожди-ка, куда нам бы забежать сразу же? Вот как вот это вот... Так, аккуратно. Тихо. Это там они ходят. Так вот. Уезжай, Эшли, извините, толкаю. Ну-ка, давай-ка. Я могу? Давай, давай, давай. Уходим, уходим, уходим пока. Уходим. Так, ну куда это мы пошли? Все, мы пошли с вами в особняк старосты и на заброшенную фабрику. Все, ребят, давайте пробежимся. Ага. Все, походу, нельзя. Жалко, конечно, мы не сможем крысок поубивать. Но ничего страшного. Ничего страшного, тогда мы с вами собьем медальончик. Так, бабка. Бабуля, красотуля, вы где ходите? Бабулька, иди сюда. А, да. Так, там собака, что ли, какая-то? Вроде собака там бегает. Тихо, аккуратно. Только не сгоряйся, не сгоряйся. Так, мы сейчас пока постелсим, пацаны. Облиза, облиза. Мне кажется, где-то собака тут бегает. Вот прям кажется, что собака бегает. Вот прям чувствую. Давай. Патрон для дробовика. Ой, блин, вот она. Вот она, эта бешеная сука. Слепы нету. Если начну стрелять, они сейчас все придут ко мне. Привет. Прости, дорогая. Ой. А чё она такая, блин? Когда она в таком состоянии, Эшли погибнет. Как мне, сука, эту собаку-то вонючую убить-то? А как мне ее поднять? А, подожди. Да, сука, собака вонючая.
Подожди-ка, ну-ка, у меня же есть ТМП. У меня есть ТМП, у меня есть граната. Давай! Да сука, собака вонючая! Прям на Эшли легла, чертова собака! Да... Убейся, мразь, блин! Убейся, сука! Убейся, вонючая собака! Как убить эту собаку-то, блин? Ну ладно! Убила все-таки. Так, а я могу ее... Ты как? Норм. Все, я могу ее поднимать. Блин, чертова собака, сука. Сейчас вся деревня ко мне тут придет. Отойди. Да, отойди, Эшли. Ну нет, нет! Ой! Ну ладно, получилось так. Получилось, допустим. Допустим, вышло. О, с нее что выпало. Так, собаку-то я убила, нет? Это считается? Ну, вроде да. Ладно, ребят, поубиваем их всех. Ну, вроде это та собака, которая... Блин! Нет! Нет! Да убей ты эту фигню! Хорошо, блин. Так, пацаны, а что-то у меня мало всего. Давайте жранем яйцо. Фу, блин, эта собака мне серьезно, когда она легла еще на Эшли, я же прям вообще, блин, у меня же все замерло внутри меня. Так, ладно. Не нервничаем. Ладно, мы нервничаем. Так, Эшли, аккуратно за мной иди. Мне кажется, к нам пришли все жители деревни. Коровка опять живая, что ли? Ребят, у нас корова живая. Я вас поздравляю. Да, вот живая корова, привет. Эшли, смотри, корова, ты, наверное, дочь президента же. Ты, наверное, дочь президента. Леон начал заикаться. Я имею в виду, ты не видела сельскую жизнь так близко. Вот сейчас увидишь. Вот сейчас ты все увидишь. Блин, да где они там ходят еще, блин? Так, Эшли, сможешь мне залезть в сарай? Идем. Давай, давай, прыгни в сарай. Надеюсь, там никого нет, а то сейчас, блин, я ее подсажу, а там, блин, они все эти стоят. Эшли, ты хоть не прыгай, если там не видишь их. Открыть оттуда проход. Давай, Эшли, я в тебя верю. Эшли, давай. Так, ну. Все, спасибо, дорогая. Хвалю. Хвалю. Правильно, блин. Командная работа. Виллы, я говорю, надо взять. Надо взять виллу. Сундучок, что там? Элегантный браслет. Эшли, хочешь, я тебе подарю? Ребят, пора, короче, подкатывать к Эшли. Надо подарить ей браслет. Хотя, блин, она дочь президента. Чего она не видела-то? Ну, блин. Ну, все-таки от любимого мужика, даже, не знаю, какая-нибудь стекляшка понравится. Знаете, ребят, я видела, как один парень своей девушке сделал из стеклянной бутылки, вот вытащил этот бриллиантик, ну, из стеклянной бутылки, ну, форма бриллианты, и сделал ей колечко такое. Это так мило, я бы такое колечко бы хотела. Мне кажется, оно стоит намного дороже, знаете, сердцу, чем какое-нибудь бриллиантовое и прочее. Представляете, какая кропотливая работа сделать вот из стеклянной бутылки, вытащить этот алмазик и вставить в колечко. Это дорогого стоит. Это прям, ну, это шикарно. Вы в домах, что ли? А может, мы тогда вас обойдем, не? Не знаю, ребят. Стоит ли опять лазить в дома? Что там делать? А? Я тоже теперь вам, к вам буду заглядывать, как бензопильщик ко мне заглядывал. Теперь я к вам буду заглядывать. А, ну хотя все равно я через дом пойду. По-любому. У меня выхода нет. Так, Эшлич, подожди. Так, этот дом за... В этот дом я могу зайти? Нет? Могу. Есть тут кто-нибудь? Я ради лута зашел, если что. Потому что я жадный. Ничего нету. И что тогда я сюда заходила? Я просто хотела полутаться. Ладно, ребят, все. Ладно, Эшли, ладно, ребята, пойдемте тогда по-нормальному. Я просто хотела лутануться. А в этом доме тоже ничего нет? Блин, они так орут, как будто... Как будто у меня на ух... Это, над ухом стоят и орут. Фу, какая кошмарищ. Давай, открывай. Серьезно, ничего не отреспаунили в домах? Почему? Какие жаднюги! Даже не принесли ничего. Лорд Садлер, ты мог бы хотя бы своим людям сказать, чтобы мне какой-нибудь подарочек оставили все-таки. А, они оттуда идут вообще. Во придурки.
Ой, что за фигня? Опять эта камера тут в двери. Ребят, она в прошлый раз меня поймала, эта камера. Так. Облиза, облиза. О. А как ты меня заметил, дед? Я же в стелс могла. Ладно, я не смогла в стелс. Так, ну-ка. Если дед находил на втором этаже, значит нам сюда и надо. Дед же просто ходить не будет. Во-первых, он простудится, спина заболит. Э! Нахрена так выпрыгнул, дурак? Эшли, ты где? Лови ее. Нет, сама прыгнула. Смотрите, какая красотка. Сама прыгнула. Сама девочка моя прыгнула. Сама. Так, все-таки, короче, тут ничего нет, ребят. Я предлагаю тогда идти через колодец и дальше. Все, мы осмотрели. Они там нас просто ждут. Че, ладно? Кто нас заметил? Дедук! Дедок! Спасибо, что подсказал нам ход. О, дед! О, дед, ты что там вырастил себе? Дед, подожди, не скидывай меня. Ой-ой-ой, больно! Да, сука, ты чё? Ой, а ты чё респаун-то сделал тут? Спрыгивай! Эшли, иди сюда! Эшли! За мной! Быстрее! Да! Да! Ник, тыкай пальцем, сука! Умри! Так, это все рассыпался в говно. Ну-ка, сейчас... На тебе в лицо, дед! Ты умер-то? Ни хрена он не умер! Дед, блин, ты что не умер-то? Все, дед умер. Блин, там тряпка колышется. Я думала, они ко мне идут. Так, все, забирайся. Фу, блин, повезло, ребят, несколько раз повезло. Как вы тут ко мне пришли-то? А, вот как вы ко мне пришли. Так, ладно. В принципе, не через колодец. В принципе, и так можно пройти, ребята. Это даже хорошо. Это даже хорошо, что нам показал он этот путь. Так, тут что-нибудь есть? Респаун сделали чего-нибудь? Не, ничего не сделали, ребят. Я просто надеюсь, что будут новые бочки или что-то такое. Не, нифига. Тут что-нибудь есть? Быстренько так. Тоже ни хрена нет. Ничего нет. Все, ладно, бежим дальше по сюжетке. Блин, ну это было легко, ребят. Это было не страшно. Так, сейчас на ферме тогда застрелим один медальончик. Ну, хотя бы это задание выполнили. И ладно. Крысок уж нет, ребят. Я сбегала, я там все вырезала за кадром. Просто не может быть. Насчет чего? Ты насчет этих зомби-людей, ну, как видишь, могут. Да ладно вам, что вы там орете-то? Так, мы-то сохранимся, с вашего позволения. Сейчас бы такая сказала Эшли. Леон, что ты делаешь? Леон, сохраняюсь, блин! Сохранение 29, ёпт! Блин. Оу, Дэнсой. Мне надо вас всех тут зачистить, потому что мне нужен медальончик, который висит где-то с этим. О, вот здесь и здесь. А у меня все равно ключа там нет. А нет, подождите, у меня же есть ключ. А-а-а! Говна! Не мешай мне. Смотрите, как она его слушает. Он сказал, не мешай мне. Другая баба бы обиделась, сказала бы, ой, все, Леон. А она слушается его как беспрекословно. Ой-ой-ой, бежим. На! Лучше сломать нож, чем дать этому говну вырасти. Так, мужик. О! Тихо! Тихо! Нет, не, Эшли, меня так просто, сука, не возьмешь. Если эти придурки думают, что меня так можно убить, не. Они дебилы, я тебе скажу, Эшли. Потому что, во, я хилюсь. Дед, сука! Чё ты... Меня придами в некрасивом свете выставляешь. Ой. Да, блин, дед! Ты дурак. Главное, чтобы не выросло ничего. Да, вырастет, конечно. Ну-ка. Ну. А! Не получилось. Надо было на F нажимать, ребят. Я думала на нож. Ай, да ладно. Кстати, у меня что-то пороха ни хрена нет. Корова уже просто ушла. Никакого тарана, сука. Корова, отойди, пожалуйста. Спасибо большое. Ты в Индии священное животное, поэтому я трогать тебя не буду. Так, логичная логика. Эй! Коровка, ты чё? Коровка, ты что? Ты что? Ты что агрессивничаешь-то? Коровка, не агрессивничай. Не сходи с ума. Я тебе ничего не делала.
Свинки, скажите корове, пожалуйста, замолвите за меня словечко. Скажите корове, что я... Я ничего такого не хотела с ней. Блин! Эшли, подожди. Да сука, хватит тут меня... Успокойся, корова, я не хочу тебя убивать. Все, Эшли выжила. Эшли, не трогай корову, у нее нервный срыв от всего этого. Так, где этот медальон? Где медальон? У меня сейчас вопрос прям. Вопрос на миллион. Где чертов медальон? Так, эти там стоят, мне пофигу на них. Смотрите, они меня вообще не видят. А может, я вообще сюда? Да, он тут. Мужики, вы видели тут медальон? Мужики, я вроде его здесь видела. Мужики, или нет? Так, свинья тоже там что-то бесится. А где он? Вот он, пацаны, вот он. Вот мой батальон. 5 из 5. А-а-а! Ты чё, сука? Ты чё, сука? Ты чё, падла? Я только задание завершила. Отойди от него. Да перезаряжайся, сука. Перезаряжайся, Леон. Ты кто такой вообще, блин? Ты брат того, этого Минотавра, что ли? На тебе. Да сколько можно тебя? Иди сюда. Урод, блин. В лицо просто столько раз получил. Ой-ой-ой. Главное, чтобы Эшли не досталось. Где Эшли, кстати? А, Эшли вообще убежала. Да умри ты, блин. Ну-ка, подожди-ка. Подождите-ка. Вы чё все вышли? Я так не договаривалась. У меня есть гранаты. Пришло время. Ай, блин, ну почему, блин, она не попала, эта граната? А, все что ли? У меня не осталось гранат. Are you serious ли, да? Я даже не знаю, что мне брать. На что мне надеяться? Да тихо-тихо-тихо, не пинайся. Ой, кончилось ТМП. Я поздравляю вас. Поздравляю вас с окончанием патронов. Ладно. Да хватит, блин, меня свиньи-то не атакуйте меня. Я вам ничего не сделала, блин. Хватит живность, блин. Это его атакуйте, он тут... О, блин. Ага, они все, короче, калечат тут. Эшли, иди сюда. Сейчас, короче, за на... Эшли. Умри! Что он хотел сказать перед смертью? Так, поднимись. Ой, поднимись. Да поднимись, блин! Ай, блин! Чё там? Основа владения ножом у меня. Ой-ой-ой-ой-ой! Горю. Горю. Сгорел на работе немного. У меня, короче, там меню вылезло, которое... Корова, не подходи к ней, блин! Корова, сука, не подходи, серьезно. Так, у меня что, ничего не осталось, что ли, ни хрена? Я не понимаю. Создать патроны, давай. Бонус какой-то. У меня еще, кстати, бонус выпал какой-то. Защита Эшли, что-то такое. Так, все, быстрее бежим к ней. Поднимаем. Еще бы съемку проверить. Съемку проверить, запись, блин, проверить. Спасибо. Все, хорошо, блин, корова, все. Вы не будете нас атаковать больше, и свиньи тоже. Какие тут все агрессивные. Какие тут все агрессивные, просто капец. Что там за изумруд был? Блин, ребят. Игра начинает быть все жестче и жестче. Все жестче и жестче. Хорошо. Блин, она в пропасть упала, что ли? Или куда? А, во. О-о-о! Спасибо, свинюшка, что поймал. Спасибо. Эшли вся продрогла, или он тоже. Но ничего мы с этим сделать не можем. Дело в том, что меня опять отвлекли с работы, пацаны. Вот как-то так. С ним опять будет сложный рендер кусками, ребят. Потому что надо будет лишнее вырезать. Ну, как-то так, ребят. Так, аккуратно. Я боюсь этих животных, серьезно. Так, ловец, откройся, пожалуйста. Да. У нас только один ключик.
Эшли, смотри, мы сейчас тебе еще цацку найдем. Как же я хочу, чтобы Эшли с Леоном были вместе, ребят. Я вот, я не знаю, если бы надо было ради этого пройти на харде без единой смерти, я бы серьезно бы этим занялась. Ой, коровка, коровка. Эшли, аккуратно. Сельские животные слишком суровы. Так, свинки, коровки, извините, что потревожило вас покой, мы уходим. Мы уходим, там где-то писеты остались. Ладно, мы еще... Ой. Извините, пожалуйста, бычочек, коровка, извините. Я только соберу свои писеты, вам все равно они не нужны. Серьезно, вы же животные, вам не надо. Вот мои писеты, свинка, пожалуйста, меня, ну не это, не атакуй. Не атакуй, хорошенькая свинка. Все, мы отсюда уходим, все, по добру, по здоровому. Я надеюсь, животные тоже не заразятся этим ласплага, ребят. Потому что так-то этот ласплагас, этот паразит, он может жить и легко в животных. Там, помните, как нам... А, блин, хотя зачем я вам спойлерю-то, пацаны? Зачем? Вы, может быть, некоторые... Кто-то не проходил резидент. Оригинал. И сейчас вот я спойлерю. Ну, короче, ласплагас я уже начала. Может жить в живом организме. Ну, в любом. Так, я надеюсь, это не обвалится, ничего. Какой ветродуй? Какой ветродуй? Так, у нас вообще нет патронов. Я вас поздравляю. Создать патроны для ТМП давайте. А для чего тут создадим? Для винтовки. Не надо, не надо. У нас есть лишь, если что, есть нож. И нет патронов. Что за фигня? О, я поняла, что сейчас начнется. Только не дом, только не дом. Не надо. Это самое опасное. У меня нет патронов для дома. Здорово, цыган Луис. Сэра! Что же дальше будет? Нас разведет судьба, да, сэра? Но пока нас свела. Слушай, в тот раз я... Да, я помню. Просто... это же твоя пропавшая сеньорита. У сеньорит есть имя, Эшли. А ты кто? Я Луис. Энкантадо. Класс. Все представились. А теперь... Кто ты такой? И что ты здесь делаешь? Видите, как дождь все глючит? Хорошие вопросы, но к несчастью... Но к несчастью, сейчас придут и будут бить. А раз так... Эй, помоги! Эшли, живо! Сюда! Лезь! Сработал. Блин, в катсцене, когда вот это звонит, это самое отвратительное. Сыграем, конечно, блин. А я пока пойду отвечать на рабочий звонок. Ну что, ребят, сейчас начнется самое жесткое действие. Ключ от... И чё? Нас двое. И замечу, эта толпа стоит из... А, доски. Закончил разминку. Растяжку сделал? Какую нафиг растяжку? Ты чё, блин? Тут все глючит. Я поняла, почему глюки, потому что их очень много. Ты, их очень много тут. Расслабься, ковбой. В смысле расслабься, блин? О, началось. Началось деревне утро. Получить патроны. Мы сейчас получим... А почему я не могу это... Почему я не могу задвигать? По-моему, сейчас будет первая смерть наша тут. За мой счет, спасибо. Почему я не могла задвинуть ящик? А, растет у него. Или нет? Ой-ой, кто-то меня бьет. Да ладно вам. Ой, больно. Ой-ой-ой, больно. Может, на лестницу встанем, нет? Все-таки так получше будет, нет? Ой, тихо. Да отстань ты от меня, блин, урод. Тихо. Мы сейчас тут 100 раз сдохнем, пацаны. Я вот чую, мы 100 раз умрем. Мы умрем, пацаны, создать. Давай так. Желтой травы все равно нет. А, нет, я не буду тогда это пока юзать. Тихо. Представляете, зомби стоит, ждет, пока я тут все сделаю. Ребят, с работы, конечно, отвлекли. В такой момент прям очень ненужный. А, у меня ничего не перезаряжено, пацаны. Ну, сейчас я его добью. Так, ну-ка. Ну-ка, и сделаю вот так вот. Создать. Создать, и ни хрена не создам, пацаны. Да перезаряжай! О, у него сейчас что-нибудь вылезет. Дед, тихо. Дед, уйди. Ну-ка. Блин, не передергивай. Так, ну-ка, подожди-ка. Дед опять лезет. Дед, зачем ты лезешь, дед?
Ну-ка. В бабку. В деда. В бабку, в деда. И, короче, и все плохо. Так, давайте возьмем, наверное, ТМП. Хотя ТМП, наверное, сейчас еще рано. Да я думаю, рано, да. Там ТМП нужно для сдерживания толпы. Блин, сверху лезут еще сейчас. Я даже боюсь смотреть, что там наверху. Сейчас мне просто прилетит. Так, бабка там с ума сходит. Мне бы для дробовика надо было бы. Так, что тут принесли мне? Подожди. Куда Эшли-то убежала-то вообще? Ключ от сейчас... Получить патроны. Хорошо. Так, это Луис с ним сражается. Луис, это твой бой. Луис, это твой бой, короче. Слушайте, а может быть, если я возьму ТМП, Луис мне будет давать для ТМП? Я надеюсь. Давай. Так, ну-ка. Разбивай нафиг. Может быть, мне будет давать для ТМП, если я буду с ТМП бегать, нет? Нелогично? Блин. О! Ты откуда здесь? Еще. Конечно, блин, еще. Ну-ка, давай патроны. Да для ТМП мне дай, дурак. А это что тут вообще такое? Блин, нифига себе, их там до хрена. Ни хрена себе. Я ящики пока бить. Что есть? Ручная граната. О, ручная граната меня спасет. Так, Луис, как там у тебя дела? Я полуталась. Так, ну-ка. А почему досок больше нет? Жалко, что больше досок нет. Так, мужики идут, мужики идут, мужики идут, мужики... Сейчас... Ой-ой-ой, Луис, зачем ты это мне выпустил? Да сука! Дед! На! Блин, как все глючит, это... Сколько их тут много, этих врагов, блин. Пацаны, извиняюсь за глюки. Пацаны, ну что сделал? Слабенькая видеокарта. Слабенькая видеокарта для этого. Ну, по-моему, больше таких кучных сражений не будет, значит... Значит, все будет нормально. А сколько тут надо проделать? Ой, не-не-не-не! Нет-н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 ет
он умер. Ни хрена он не умер. Он еще жив. Ну-ка. Ёб твою, блин! Да сколько их тут вообще? Блин, мне нужны патроны. Нет! Какого хрена вылезла-то у него? Зачем вылезла-то? Так, один патрон. Один патрон. Это, сука, чтобы я застрелился, да? О, нет! Ой! Ой, смотри, что творю, пацаны! Ой, смотри, что творю в панике-то! Ой, смотри, что делаю! Ой, смотри, что делаю! Ой, ну-ка, перезаряди! Умри, умри, дед! Ой, тихо! Я буду оборону на лестнице держать, пацаны. Что за фигня? Они на абордаж идут! На абордаж, сука! Никакого абордажа не будет! Доски. Закрыть. Никакого этого абордажа не будет, я сказала. Не в мою смену абордаж, иди нахер! Виноват. О, виноват. Да хрен их знает. Бабка! Бабка, блин. Так, тихо-тихо-тихо. Бежим. Бежим. Заколотим хотя бы одни доски. Так, ну-ка, молодые люди. Бабка. Тихо. Ну-ка. А, доски. Я, по-моему, видел еще доски. В смысле, они скоро закончатся? Так, ну-ка, дед прилетел. Ну-ка, давай, доски. Все, больше никто не прилезет. Эти доски, короче, навсегда. Так, с этим закончено, да? Ой-ой-ой, патроны кончились. Луис, ты где? Луис! Луис, дай бабла. О, у меня есть порох. Это значит, я могу создать? Патроны для ТМП, да? Хорошо. Я могу создать... Патроны для ТМП, хорошо. Так, у меня есть одна взрывающая мина. Так, подожди-ка, я могу вылечиться. И могу перезарядить... Тихо-тихо-тихо! Тихо! Ну-ка! Хорошо. Луис, ты где? Луис! Луис, улыбнись мне! Хорошо, я... Мы... Так, Луис. Луис, у меня нет патронов, Луис.
Луис, у меня ничего не осталось, Луис, блин. Луис, у меня ни хрена не осталось, Луис. О, блин! А нет, блин, Минотавр, сука, зачем ты приперся? Придурок! Придурок, зачем приперся? А что делать-то мне, блин? У меня остался только нож. Хорошо. А дед? Дед? У меня остался нож только, все, я могу только с ножом. Ой! Тихо, 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 сейчас убьет! Тихо, тихо. У меня есть одна, это вот. У меня не осталось оружия, пацаны. Нет, у меня есть еще вот это. А-а-а! Да тихо, бери, патроны бери! Песеты, патроны, песеты. Так, мужики, что делать-то? Мужики, что делать-то? Я не знаю, что с Минотавром делать! Фу, блин! Вы скажете, что это дура-то орёт? Так страшно же! О, тут жестче сражение, чем при... Ты чё? Ты где пистолет-то взять? Взять, надеть? Перезарядись, дурак! Так, Минотавр, ты сзади, я вижу. Песеты. Жизнь висит на нитке, думаю о песетах. Так, ну-ка. Надо победить Минотавра каким-то образом. Ой, тихо-тихо-тихо, Минотавр, 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 иди в сраку. Минотавр. Нет! 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 Нет, вы что делаете, блин? Сука, вы что, блин, что мне делать-то, пацаны? Пацаны, сука, что делать-то? Минотавра, что делать с Минотавром? А, блин, Луис, помоги! Луис, блин, Луис! Леон, сюда, скорей! О! Эшли, а ты откуда там взялась? Я же там была. Все глючит, сука, фризит. Пацаны, простите за фризы. Видеокарта слабая, простите, пацаны. У меня нет 50 тысяч, чтобы ее сменить. Я думаю, вы меня должны понять, у вас тоже нет 50 тысяч. Вы бы себя тоже поменяли. Опа, минус башка. Фу. Нахрен такой бой, нахрен. У меня просто трясет меня. Ладно, я не умерла. Это уже плюс. Сэра, что же так жестоко? Нас наказала судьба. Сэра, что же дальше будет? О, какие волосы идеальные. Что? Что со мной такое? Ну, как-то месячные неправильно пошли. Скажи, ты до этого уже кашляла кровью? Нет, только раз в месяц истекал. Может, объяснишь? Такой кашель вызывает нечто под названием плага. Это вас паразит внутри. Вы видели тех людей, да? Вот внутри тебя такая же штука. Именно из-за нее они стали такими. Эти симптомы, которые у тебя проявились, лишь только начало. Я не хочу стать такой. Но все не так страшно. Пока что этого паразита, плагу, еще возможно удалить хирургическим путем. Да ладно, ты у нас хирург еще по совместительству. Видите? О. Так ты тоже? Шрам, конечно, некрасивый. Не ну а что делать? А что делать? Жить захочешь, сделаешь. Но без дальней... Ребят, главное живой. Какая разница, какие шрамы? Вот с такого ракурса кажется, что у Эшли юбка. На самом деле шорт. Значит, решено. И почему вопросы ты... подождут, у нас мало времени. Почему ты решил помочь? Мне от этого легче. Он альтруист? Скажем так. Ну, понимаете, он говна в Амбрелле наделал и типа решил сейчас типа нам помочь. Короче, ребят, катсцены глючат. Видимо, все-таки процессор... Ой, видеокарта не справляется, потому что дождь. Дождь это всегда равно фризы. Понимаете? Вот в чем про... Вот в чем печаль. Результаты главы. Вот, хорошо. Так, я вам сказала или нет, что мне там, пока я там сражалась, мне выпала награда, то, что я там что-то защищаю, Эшли, или что-то такое, я забыла. На рендере посмотрю. Смертей 0, ранений 20, меткость в говно. Но зато не убили. Зато не убили. Да. Поэтому, ребята, серию, конечно, я долго снимала, потому что меня отвлекали с работы. Но ничего, ребята, опять будут куски, опять будет кусковый рендер. Главное, что получилось. Так, все тогда. Далее. Я надеюсь, дождь сейчас пройдет. Вроде бы должен пройти, потому что, блин, тогда мне придется снижать настройки опять на низкий, потому что фризы это, ну, не дело. Опа. А что Луис нам показывает? Это вообще-то не было. Так. Есть? Да, твои любимые. Где янтарь?
Опа. К сожалению, он у меня не с собой. И ты должна сказать, какой... Я все-таки молодец. А они заодно работают, что ли? Хочется спрятать его прямо перед тем, как меня сцапали. И поэтому... Я все еще жив. Мне помнится, мы должны были вытащить тебя в обмен на янтарь. Нет янтаря, нет защиты, Луис. Вот так вот, жестокая женщина, Ада Вонг. Какая ты все-таки зануда, Ада. Ну ладно, сейчас схожу за ним. Ну, опа, партнерство. Так, дождь кончается, и фризы чуть меньше стали. Как раз нужно достать еще кое-что. Зато смотрите, какие волосы. Либо волосы красивые, и смотреть на фризы, либо волосы говно. Ну, короче, хрен знает, что тут выбрать. Это гнездо. Плохие новости, Кондор-1. Почему? Погода нелетная, поэтому вертолет до вас не доберется. Классно. Дождешь, пока буря пройдет? Нет, слишком опасно. Попробуем найти безопасное место. Там торговец. Мне жаль, но здесь я бессильна. Понимаю, Ханинген. Если будет надо, доберемся вплавь. Вплавь? Конец связи. Вплавь, я просто представила, так брасом поплыли. Так, ну-ка. Глава шестая. Что со мной теперь будет? Ничего страшного, родишь пройдет. Давай просто выберемся отсюда. Выберитесь из деревни. Ладно. Выберитесь из деревни. Выберитесь из деревни, там какое-то сокровище. Так, а что, сохранение-то прошло? Нет, короче, ребята, дождь равно фриза опять с нами остается. Дождь, пожалуйста, закончись, я не хочу снижать вот графику. Вот видите, когда я играю, в принципе, этих фризов не видно. Но катсцены они будут вот такие. Либо, ребята, давайте решим так, вы напишите в комментариях. Оставляем с дождем такие глючные катсцены, потому что потом он закончится. Либо я все снижаю на низкие настройки, потому что видеокарта, ну, не тащит, ребята. Она ОБС тащит, она тащит игру, ей плохо, пацаны. Ей очень плохо. Тут торговец. Классно. На, разбей. Крыс мы не выполнили. Но если вы меня поддержите, пацаны, я сниму вам маленькую доп-серию, как я уничтожаю крыс. Блин, почему после резидента нет свободной игры? Там, не знаю, потом доверши все задания. Ну, это было бы глупо, конечно, так делать. Что ли он вернулся на остров и решил поубивать крыс еще? Так. О, я гляжу, ты выполнил просьбу. Да. Совет торговца, ночные прогулки. Видел этих мерзких гадов с щупальцами на голове. Мало того, что они опасны, их еще и прикончить непросто. Впрочем, у них есть одно слабое место. Они терпеть не могут яркий свет. Например, лучи солнца. Вот почему днем ты их не увидишь. Ах так. Так что, если любишь гулять по ночам, советую разжиться световыми гранатами. Я всегда держу при себе пару-тройку. Если хочешь, купи у меня схему и сможешь мастерить такие гранаты сам. Да, куплю. Куплю. Так, подожди, торговец, торговец, торговец. Вы знаете, хорошо завершать серию в объятиях торговца. Так, это разбитый сотовый... Чё-то всё разбитый сотовый телефон. А, ну это ничего. Так, мне бы не это, поручение, смотрите. Мы не сделали борьба с вредителями, потому что я вернуться не могу туда. Провалено. Получилось провалено. Ну вот, как-то так. Злобная псина выполнена. Так что, ребята, предлагаю вам... Сделать это после прохождения. Ну, я еще раз пройду до этого момента за кадром, если я сейчас сохранение похерю. И завершу с вами это задание. А может быть нет, может быть как-то так. Так. Ага, ага. У меня вот что есть. Я предлагаю сейчас начать. Так, тихо, стоп. Ну-ка, давай-ка мы вот этот, дорогой. Ага. И красный. Нет, не так я хотела. Вот так вот. Дальше. Сюда. И вот сюда вот. Вот так вот. Красиво? Так, это по 7000, хорошо. Назад. Так, это все есть. Так, тут что у нас? Давай-ка сюда объединить. Тут давай так вот. Мне кажется, хорошо подойдет. Должно. Так, ну-ка, я все в одну и ту же вставляю ячейку. Вот сюда. Так, все. И вот сюда. Тут, по-моему, кругленькие нужны, да? Да. Хорошо. И сюда. Хорошо. Все, ребята, ожерелья собраны. Ой, ожерелья эти, браслеты. Жемчужное ожерелье. Причем красивое, хорошее. Так, у меня есть две штучки, а надо бы третью.
Так, 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 так. Ну все тогда. Давай. Отлично, чужак. Синие медальоны. Хорошо, замечательно. Зубная псина тоже. Я обновил ассортимент, друг. Хорошо, друг. Давай я тебе продам сначала... Не-не-не-не, не буду его продавать. Может, мало ли нужен будет. Драгоценности, спасибо. Давай. Славная сделка. Слиток же никуда нельзя вставить, да? Золотой слиток. Ну, то так продадим. Спасибо. Давай. Славная сделка. Да, вообще. Давай. Спасибо. Не за что, не за что. Так, больше тебе ничего продавать не буду. Так. Я продаю много отличных товаров, чужак. Каратель, мне не надо. Пороха тоже пока не надо. Спину жутко ломит. Что поделаешь, старость не радость. У меня еще остались новинки, которые тебе пригодятся. Хорошо. Так, сначала покупаем. Что у нас? Полицейское ружье! Во, пацаны, вот это я ждала, вот его буду качать. Тебе важнее деньги или жизнь? Мне важнее жизнь, естественно, ребят, всегда надо выбирать что жизнь. Не-не-не-не, дорогой, сейчас я подожди, я тебе продам. Славная сделка. Она, конечно, хорошая, но мне бы... Я хочу полицейское ружье. А, дробовик, да. Что надо, друг? Превратит любого врага в кровавую кашу. Вот, я это и хотела. Кровавой кашки немножко. Световая граната, естественно. Знание сила. Помни это, друг. Да, и еще так. Арбалет, я не знаю, буду продавать или нет, но пока еще думаю. Смотрите, лечебный спрей-ракетница в одном. У меня все товары высшего качества, уверяю тебя. Мне не надо, улучшить. Это очень тонкая работа, чужак. Я понимаю. Можно достичь многого, вот увидишь. Так, арбалет, я что-то не хочу его качать. Винтовку, наверное, пока тоже не буду качать. Это все прокачано, давай-ка ружье еще. Твою, а попробуй-ка это. Да. Ружье, в принципе, нам пригодится, ребят. Продать, я не знаю, может быть, продам арбалет. Что-то не хочу с ним ходить. Спасибо. Не хочу. Не хочу, не хочу, не хочу. И еще, наверное, продам вот этот вот сейчас, чтобы он у меня просто так не валялся. Потому что смысла в нем нет мне. Славный, он, конечно, сильный и прочее, но мне не надо. Мне не надо, я пацаны. Продаю доброго пути. Я просто хочу, знаете, то, что мне удобно оставить, а не носить все с собой. Так, хранилище... Так, хранилище. У меня ничего не осталось, ну и хрен с ним. Так, ТМП пустое. Ну-ка, давай-ка. Я продам этот пистолет. Привет. Продать. Главное не перепутать с тем. Вот этот вот, да? Мой-то сколько? Мой страж, мой 52 тысячи стоит. Рубина или рванина, разница. Давай. Спасибо. Так, все, пацаны. Чем еще могу услужить? Так, у меня 44 тысячи. В принципе, мне не нужны схемы стрел, ничего такого. Попробуй лечебный спрей мне тоже не надо. Оружие, чужак. Вдруг оно спасет тебе жизнь. За... Это очень да. Тонкая работа, чужак. Приходи в любое время. Вот, ребят, я думаю, я сделала правильный выбор, потому что... Так, во-первых, дай-ка надеть в центре. Так будет нормально. Я хочу оставить то, что, чем я буду пользоваться, а не просто так таскать, понимаете, ребят? Я знаю, кому-то удобно арбалет, кому-то что-то еще, но мне что-то неудобно, ребят. Ну, неудобно, мне не нравится. Вот сейчас мне, в принципе, в моем кейсе все... А, вот это вот надо бы, наверное, продать. Или... Нет, я не продам, я его на хранение. Хранилище... Давай-ка. Так, ну-ка. Положить. Все. Он хороший, но не надо пока. Так, ну-ка. Все, оставь в покое. Так что, ребят, смотрите, у нас, в принципе, все хорошо. Систематизируем. Это можно тоже продать торговцу, стрелы и прочее. Привет. Я продаю много. Мне кажется, ну, мне не понадобится, ребят. Я не вижу, чтобы я пользовалась арбалетом. Да, взрывные прикольные эти мины, ничего не скажу. Но я хочу другим. Я хочу другим воевать, серьезно. Так, создать могу что-нибудь? Для пистолета только могу. Тут 12 надо. Ладно, подкопим на дробовик. Так, мы можем для ТМП-хи создать патроны. Ну, давай для ТМП-хи. Не будем копить. Чтобы она не пустой у нас была. Так что вот, ребят, пистолет надо качать. Пистолет нам спасает жизнь. Так, дипломат у нас пустой, но я считаю, что это оптимальный вариант.
Ну что, ребят, встретимся в следующей серии. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем хорошего настроения и хорошего дня. Всем пока.